двадцать четыре двадцать четыре встреча домовленность ты опоздал на автобус ты спазднился на автобус я тебя полчаса ждал я чакала тебе паугадины у тебя нет с собой мобильника у тебя беня с собой мобильного телефона. В следующий раз будь пунктуальной. Калиласка, в наступный раз не спазняйся. В следующий раз возьми такси. Наступным разом едь на такси. В следующий раз возьми с собой зонт. Наступным разом возьми парасон. Завтра я свободен. Завтра у меня не нема працы. Давай завтра встретимся. Давай сустренимся завтра. Сожалею, но завтра я не могу. На жаль, я завтра не могу. У тебя есть планы на эти выходные? У тебя уже есть планы на эти выходные? Или ты уже с кем-то договорился? Ти ты уже с кем-то домовился. Я предлагаю встретиться на выходных. Я пропоную сустреться на выходных. Может, организуем пикник? Давай зладим пикник. Может, поедем на пляж? Давай поедем на пляж. Может, поедем в горы? давай поедем у горы я встречу тебя у офиса я заеду по тебе в офис я встречу тебя у дома я заеду по тебе до дому я встречу тебя на автобусной остановке я заберу тебя без припынку автобуса